Этот мир, понимаете, весь живет в постоянной борьбе с энтропией. Если вы не вкладываете во что-то усилий, это не развивается, это не становится лучше, оно становится хуже. Только если вы постоянно вкладываете усилия для того, чтобы просто поддерживать физическую форму спортсмену, ему нужно постоянно тренироваться. Если олимпийский чемпион, выиграв медаль, сядет на пятую точку и, как бы сказать, будет счастливо разглядывать свою золотую медаль, он через 2 года наберет 20 лишних килограммов, потому что привык питаться на такие физические траты, а физическая форма его будет вообще за гранью добра и зла. Вот. Если мы хотим чего-то добиваться, это постоянно требует усилий. Можно, конечно, найти какое-то оправдание, но будет ли оно тем, что вам нужно? Вот я сильно в этом сомневаюсь.